Приветствую вас, дорогие друзья! Многие из вас в жизни сталкиваются с таким симптомом, как то, что не имеют руки. Не имеют руки во сне, не имеют руки не во сне, а в обычной жизни. Вот, а не менее рук. От чего это происходит? Происходит это от того, что у вас нервы, которые руками управляют вашими, которые выходят из спинного мозга, через шейные позвонки проходят и идут в руки. Они где-то в шее зажимаются. То есть по-другому не бывает, чтобы руки онемели просто так. Вот она основная причина, почему не имеют руки. Не имеют руки, потому что нервы зажимаются. Что там происходит? Вот нарисуем мы позвонок. Сейчас. Шейный. Так очень схематично нарисуем два позвонка. Вот диск, вот второй позвонок. Другим цветом нарисуем нерв. Желтым цветом обычно рисуют нервы. Вот там внутри спинной мозг проходит, да, пунктиром нарисуем. Внутри он проходит, спинной мозг. Вот оттуда выходят у нас нервы, которые идут в руки. И вот у нас есть мышцы, глубокие мышцы шеи, красным цветом нарисуем их. Вот глубокие мышцы шеи, через которые вот проходит этот нерв. Он как бы выходит через эти мышцы, идет. Это называется межпоперечные мышцы, мы так назовем их. Межпоперечные. Межпоперечные. Похоже на какую-то фамилию, да, межпоперечный. На самом деле, почему меж? Потому что вот поперечные отростки, и между ними находятся эти мышцы. Вот эти мышцы, если они в спазме зажимаются, то вот эти самые нервы будут этими мышцами компримироваться и будут у вас неметь руки. А дальше еще чуть вот только вышел нерв, он начинает отсюда, отсюда, там, ну, со всех позвонков выходит, и они сливаются в единое такое как бы конгломерат. Ну, нарисуем, отсюда нерв идет, там, да, отсюда нерв идет. И образуется такой клубок здесь такой, ну как бы такой тракт. Как дороги сливаются одни, и получается автобан, да? Вот получается здесь такой автобан. Называется этот автобан плечевое сплетение. И вот это плечевое сплетение, оно находится тоже между мышцами. Все у нас в шее защищено, все нервы защищены мышцами. И эти мышцы, они называются лестничные мышцы. Вот эти межпоперечные, которые вот тут совсем, а там лестничные. И вот эти лестничные мышцы, тут есть вот ключица у нас, ключица, вот эта кость, которую все могут найти, она всем видна, тут, ну, тут не нужно, грубо говоря, ее долго искать. И вот эти самые межпоперечные мышцы-то, они крепятся куда? Вот они тоже так идут. От ключицы и вот к отросткам этим позвонков крепятся. Вот они какие. И вот между них выходит это самое плечевое сплетение. Они его как бы, оно между ними выходит. И вот они могут быть зажаты эти, а могут быть зажаты эти мышцы. И в любом и в том другом случае будет неметь рука. И что надо делать, чтобы руки не немели? Для этого есть специальное упражнение. Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео. Там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности. Сделайте это прямо сейчас. Будет очень полезно. Что мы делаем? Берем ладонями, давим друг на друга. Вот, нам нужно, чтобы включились и глубокие вот эти мышцы межпоперечные, и вот эти мышцы лестничные, да? А я их не написал, да? Напишем их. Как говорится, лестничные мышцы. Нам надо, чтобы они включились, эти мышцы, потому что если мы их включим, то они потом расслабятся. Расслабятся, значит, нервы перестанут у вас компримироваться, и будет сигнал проходить нормально, не будут у вас неметь ваши руки. И вот для этого мы что делаем? Взяли руками, давим друг на друга внизу. Может поднять чуть-чуть, там, может, ну, кому как удобно. Вот. И теперь нужно подбородком
нажать на плечо. То есть вы как бы включили уже ключицы вот этим движением. Теперь подбородком нажимаете на плечо с той стороны, где у вас не имеет, если с обеих сторон, значит нажимаете сначала на одну сторону, потом на другую, ну где не имеет руки. И держим вот так вот несколько секунд, пока не почувствуем тепло вот тут вот, в этой области. В этой области. Вот над ключицей. Вот. Если голову повернуть, вот здесь вот у вас должно тепло появиться. Вот. И после этого вы отпускаете. И потом в другую сторону делаете то же самое. То есть нажали вот и держим, держим, давим прям подбородком. И вы почувствуете напряжение сначала здесь, а потом тепло пойдет, такое тепло. Все, расслабляем. И повторяем это 10 где-то раз. Делается это перед сном, упражнение. После того, как вы его сделали, 5 раз в одну сторону, то есть 10 раз, да? 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую сторону. То есть еще раз, руками давим, вот, потом в другую. Прям сильно давим, чтобы прям почувствовать напряжение, и потом, чтобы тепло пошло. Вот, нужно что сделать? Нужно сделать простукивание ключицы, чтобы снять напряжение. То есть вы эти мышцы как проработали, теперь надо рефлекторно снять напряжение. Находите ключицу, она у всех видна. И прямо вот, отсюда, от центра и сюда к плечу, ее вот так вот, пальчики вот так сложили, видите, как я? Вот таким вот клювиком. И вот так простукиваете. Простукиваете по ключичке. Обратно к грудине. От грудины к плечу. От плеча к грудине. Вот так, чтобы чуть-чуть было больновато, но не так уж сильно больно. И где-то полминуточки одну ключичку простучали и другую простучали. И все, вот так каждый день будете делать, буквально там на второй-третий день уже руки неметь у вас перестанут. Потому что вот эти мышцы все расслабятся, начнется нормальный кровоток, и нервы ваши будут прекрасно работать. И не будет никаких онемений в руках. Будьте здоровы, с вами был доктор Шишонин, пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы!